Говорят, что лучше увидеть один раз, чем услышать дважды. Всегда ли так? В данном случае лучше раз услышать. Далекая сибирская земля. Сегодня она славится не только пушниной и кедрачом. Здесь рождается радиоаппаратура с маркой фирмы «Вега». А начиналось все с электронных плат. Десятилетиями накапливался опыт. Осваивалась новая техника. Передовая технология. Роботы и автоматы взяли на себя самые тонкие и самые трудоемкие процессы изготовления плат. Шаг за шагом. От блока к блоку создавался современный производственный потенциал. Росли квалификация и мастерство производителей. На смену старым платам пришли пленочные микросхемы на керамической подложке. И во много раз повысилась надежность изделий. Но ни одно из них не выходит в свет без испытаний. Где-где, а здесь в Сибири знают, что такое 40-градусный мороз. Но знает это и аппаратура. Знает и не боится. От холодов Сибири до жара тропиков 5000 миль. Ударные нагрузки, потрясения, все пережито. На такую аппаратуру можно положиться. Контролем и качество воспроизведения звука. А долгую жизнь записей любимых певцов гарантируют электропроигрыватели высшего класса. И крик, соло и тутти. Все умещается в диапазонах голосов аппаратуры. Высокая акустическая чувствительность и чистота звучания доставляют истинную радость, создают эффект присутствия. Thank you.
современные методы автоматического проектирования радиоэлектронной аппаратуры и акустических систем дают возможность быстро реагировать на конъюнктуру и потребительский спрос. А содружество с научными центрами обеспечивает рациональность конструктивных и технологических решений. Немалую роль играет и кооперация с социалистическими странами. Все самое передовое в науке, технике и технологии воплощается в совместных разработках. Продукцию фирмы «Вега» по достоинству оценили покупатели в десятках стран мира. Ее дизайн, стиль оформления, эргономические свойства не раз отмечались советскими и иностранными специалистами. Но лучше раз услышать. В ожидании зал. Сейчас заиграет оркестр. Польются звуки музыки. И даже самый тонкий ценитель-меломан не обнаружит малейшей фальши в звучании аппаратуры фирмы «Вега». Монопольный экспортер бытовой радиоаппаратуры Советского Союза, внешнеторговое объединение «Техноинторг».